Эти кадры точно не для слабонервных. Кости, черепа, зубы, рога – все поле усеяно останками животных. Такой пейзаж можно наблюдать рядом с психиатрической больницей в поселке КСК. Картина вселяет какой-то ужас. Посмотрите, тут и черепа крупного рогатого скота, попадаются и трупы собак. Причем все это лежит не в одном месте, а разбросано по всему огромному полю. Несанкционированный скотомогильник жители КСК здесь обнаружили совсем недавно и сразу запаниковали, ведь абсолютно непонятно, как он здесь появился и чего ждать весной, когда все оттает. За комментарием мы обратились к главе Черновского района. Василий Турсабаев сразу выехал на место с сотрудником прокуратуры, и вот что удалось установить. Это получается, значит, я могу сказать, что по нашим данным, то, что мы посмотрели, посоветовались, во-первых, у животных головы, да, только одни, костей нету, уши отрезаны, то есть вариант, если это были бирки, установить принадлежность, то есть убрали все возможные следы, по которым можно было определить, откуда оно. Но по сути получается, что основных-то вот костей, допустим, да, вот, которые идут, нету, то есть уши готовились. Кроме того, есть следы того, что обрабатывали ноги. То есть это все на продажу идет. В этой связи районная прокуратура информировала Краевое министерство сельского хозяйства о принятии срочных мер по сбору и вывозу биологических отходов для их захоронения в скотомогильник. Кроме того, материалы проверки были направлены в органы полиции для установления виновных лиц и проведения процессуальной проверки, а также привлечения их к ответственности. А пока будут искать виновных, администрации Черновского района будут приниматься меры по ликвидации обнаруженной здесь несанкционированной свалки с иными отходами, которых оказалось тоже в избытке. Гуля Алхасова, Екатерина Рахманова, Владимир Николаев, Анатолий Мишаков, ЗапТВ.